Гости парада Победы в Твери, который прошел в честь 76-й годовщины Победы 9 мая, отмечают интересную зрелищную программу мероприятия. Торжественное шествие военнослужащих и боевой техники Тверского гарнизона прошло в этом году не традиционно у обелиска Победы, а в самом сердце города, на площади святого благоверного Михаила Тверского. Почетными гостями мероприятия стали, конечно же, ветераны и участники Великой Отечественной войны. Также посмотреть на парад в обновленном формате пришло много жителей города разных возрастов. В торжествах принимали участие известные тверские общественники и политические деятели. Среди них председатель городской думы Евгений Пичуев. Я считаю, что это один из самых главных наших праздников – День Победы. 76-я годовщина мы отмечаем сегодня. Чествуем наших ветеранов, которые заслуженные. К сожалению, их становится все меньше и меньше. И поэтому более ценно их присутствие на сегодняшнем празднике. И этот всенародный наш праздник, конечно, показывает единение нашего народа. Поздравления ветеранам передал и депутат Законодательного собрания Тверской области Олег Лебедев. Хочется всем, конечно, и ветеранам, и ко всему поколению победителей пожелать побольше счастья, здоровья, успехов. Ну и пожелать молодежи, чтобы мы были достойны поколению победителей и подвигу наших старших товарищей. В течение дня в разных районах города также состоялось возложение цветов к братским захоронениям.